Решили ограбить родственницу. Семейная пара из Дербентского района обвиняется по делу о разбойном нападении. Супруги были задержаны полицейскими прямо на месте преступления. Все детали криминальной истории в сюжете Патимат Ханаповой. Их сближали семейные узы и общее дело, а теперь разделяют решетки следственного изолятора. Пока неизвестно, это первое преступление семейной пары или нет, но известно, что уже последнее. За что вас доставили в отдел? Рассказывает. Как за разбой, то, что к моей тетке. Подозреваемая женщина приходилась тете, и наличие родственных уз преступников никак не остановило. А напротив, им это шло только на пользу. Под видом гостей супружеская пара зашла в дом. Пока один из участников отвлекал потерпевшую, другой и действовал. 22 марта, часов 9 вечера, ко мне в дверь постучали. Так как я была в ванной, я подошла, спросила, кто. Родственница ответила, что это она, попросила ее впустить. Я побежала в ванную, открыв дверь. И, видимо, в этот момент она кого-то запустила, своего, не знаю, знакомого, не знаю, кем приходится этот мужчина. Потом она отказалась пройти в комнату, просила напоить ее чаем. Мы сидели на кухне, беседовали. Я спросила о причине визита. Потому что просто так она бы ко мне не пришла. Она сказала, что хочет, чтобы я сделала ей временную прописку. Я согласилась, попросила ее паспорт. Она ответила, что паспорт на собой не захватила, а завезет мне. Вот так мы с ней поговорили, и она ушла. Когда я за ней закрывала дверь, сзади на меня набросился мужчина. Набросился, повалил на пол и, угрожая ножом, начал требовать деньги и драгоценности. Испуганная женщина отдала все содержимое кошелька. Затем ей чудесным образом удалось вырваться из рук преступника, выбежать на балкон и позвать на помощь. Прохожие, услышав из окон крики, и вызвали полицейских. В ходе проведения мероприятий были установлены жители селения Татляр Дербентского района. Муж и жена, а также лицо, которое они привлекли для участия в совершении данного преступления. Все лица задержаны, дали признательные показания. Ему всего 20 лет, ей 36. Помогал им в этом недобром деле и юный мальчишка. Подросток из поселка Манаска Рабутахкентского района. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Оно предусматривает преступные парочки до 10 лет тюрьмы. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.